В Азербайджане будут вакцинированы 49 355 учителей общеобразовательных учреждений старше 50 лет. Об этом, как передает канал 13, сегодня на брифинге, посвященном организации обучения в период особого карантинного режима, заявил министр образования Эмин Амрулаев. Уже подготовлен список педагогов в возрасте старше 50 лет. В него вошли 16 698 человек, работающие в школах городов Баку, Сумгаита и Апшеронского района, и 32 657 человек, представляющих региональные учебные заведения, сказал министр. На брифинге также было названо число учащихся преподавателей в Азербайджане, заразившихся коронавирусом. С сентября прошлого года коронавирусом заразились 14 758 учащихся и 7 090 работников сфер образования, сообщил советник министра образования Рустам Агаев. Он отметил, что среди учащихся начальных классов число заразившихся составило 2246. В 5 и 9 классах эта цифра составила 4411 учеников, в 10 и 11 классах 7525 человек, добавил Агаев.